Кошка, что с вашей разведгруппой? Пока была связь, мы следили за ней через камеры наблюдения. Потом связь пропала, и все. Противник? Он в 18.00 захватил главное здание. Численность не установлена, предположительно большая. Заложники? Неизвестно. Требования? Пока никаких. Седьмую цель. Вас понял, седьмой. Визуальный контакт? Установлен. Тишина! Эй, я жить хочу! Заткнись и действуй! У нас двое убитых! Повторяю, площадка под обстрелом! Мама Кошка, можете выслать помощь? Свободных бойцов нет! Сволочь! Укрытие! Thank you.